Изображение должно соответствовать звуку, и звук должен соответствовать изображению. Значит, взмах крыльев я взял у тучи мыши. Я не нашел взмах крыльев дрозда. И я хотел сделать треск деревьев здесь. Единственное, что мне пришло в голову, кресло-качалка. Но я никогда не подумал, что утки так бы... Всем привет! Сегодня будет красивый и необычный туториал. Мы под видео будем создавать музыку. О чем идет речь? Вот по идее обычно клиенты, ютуберы, блогеры, они берут какие-то исходники, там где говорят на камеру, как я сейчас, и просто поставляют музыку, которую вы, кстати, сейчас слышите на фоне. Звукорежиссура – очень интересное направление. Для меня было открытием, что по идее сначала надо делать видео, а потом уже музыкальный ряд и саунд-дизайн, оформление. Недавно мне удалось выйти на улицу с камерой, немного поснимать природу, которая наконец-то расцветает, а мы все сидим дома, к сожалению, но так надо. Я составлю сейчас в Adobe Premiere какой-то видеоряд, какую-то картинку, и после этого во Fruity Loops будем уже подбирать мелодию, музыкальное оформление, какие-то звуковые эффекты. Если я вас заинтриговал, обязательно видео досмотрите до конца. Самое вкусненькое будет. Переходим в Adobe Premiere, и вот здесь есть кнопочка New Item. Просто перетащил видео на значок, и он у меня автоматически создал секвенцию, в которой можно будет работать именно в том же формате, что и снято само видео. MP4 у меня снят, 4.2.0, H264, 25 кадров в секунду. Вот, у меня здесь есть 25 FPS slow motion, то есть он, видите, он без звука сразу идет. Хочется в другом виде. Перейти. Выделяем. Я просто сразу кидаю на таймлайн. Значит, девочка, где кидает камушки, я удаляю пока. Это тоже я удаляю пока. То есть у меня сразу видно, видите, где значок видео, это без звука, со значком аудио, вот он у меня. То есть это сразу становится видно наглядно, что видео идет со звуком. Окей. Всего у меня на 55 минут, но я сделаю из него очень короткий туториал. Единственное, что хочу добавить, это то, чтобы вы обратили внимание, у видео звука вообще нет. Будет отдельный трек, сделан со всем саунд-дизайном во Fruity Loops. Видеоряд готов, сейчас мы его экспортируем для того, чтобы загрузить уже в сам Fruity Loops и начать работать там. Возьму 480 White, да, для мобильников, 9 мегабайт. Чтобы мне просто проект не грузить, я решил сделать как бы демку такую. Экспорт. Пока экспортируется видос, я на самом деле так подумал, может быть, попробовать с этим что-нибудь придумать. На пианино не умею играть, ну, на клавишном, в принципе. Но мне просто интересно нотки понажимать. И вполне возможно, мне это поможет хотя бы тональность какую-то выбрать. Подключили клавиши. Никогда этого не делал. И не очень удобно, но есть как есть. Значит, изначально надо подгрузить плагин из такой видеоплеер. Сюда подгружаем и выбираем видео. В этой же папке лежит уже подготовленный как раз демо-проект. Получается, этот видеоплеер, он привязан к таймлайну. Примерно вот такое вот рабочее место сделаем с вами. Тесновато, но чтобы работать, в принципе, достаточно. Первый паттерн я оставлю просто, чтобы не понимать длину по тактам. Я сейчас попробую определить примерно темп этого видео, потому что видео разное же может быть. Может быть экшн-сцена, может быть какая-то релакс-сцена. Ну вот 73, да? Если это 73, то, соответственно, видео заканчивается раньше. Оно будет заканчиваться где-то вот. То есть 27 такт – это последний уже. Получается. Сразу хочу открыть контакт, и я, пожалуй, начну с пианинка. Начал подгружать. Ну, давайте попробуем. Пипец, я волнуюсь вообще. Я буду играть сейчас впервые вживую себе записывать на пианино. Если сейчас посмотреть... Thank you.
То есть вот динамичные кадры пошли. Но дело в том, что играть-то я особо не умею, поэтому мы пойдем обходным путем, наверное. Здесь нота Си подходит. Си? А, извиняюсь, соль. Так, вот эту часть я, наверное, разведу. У меня есть еще Direct Wave, стандартный плагин, конечно. Дабы не нагружать проект, потому что контакт реально жрет до хрена. Прям на октаву выше еще сделаю, чтобы прям высокий был. Второй канал закину, чтобы он там вдалеке-вдалеке был. Второй паттерн Valhalla. Слышите, да, уже совершенно по-другому. Буквально за несколько минут, мы с вами, сколько, 15 минут, смогли создать что-то уже, да? Мне уже, в принципе, нравится. Но я бы все-таки еще разбавил бы. Плагин Exhale тоже в контакт подвешивается. Сейчас попробуем с ним что-нибудь придумать. Клавиши, я думаю, что мне больше не нужны, потому что дальше мы будем в основном с саунд-эффектами заниматься. Поставим нормально, наконец-то, ноутбук. Я буду работать через WAV изначально. Поэтому сейчас мы с вами начнем рендерить. Право на ошибку нет. Так, отлично, отрендерили. Сразу подвесили на каналы, и мы можем уже избавиться от плагинов. Вот, и еще одна тема. Я здесь обычным ревербом буду пользоваться. Dry и Wet буду играть сейчас, автоматизацию делать. А вот здесь мы должны уйти прям куда-то в неизвестность. То есть прям очень далеко. Но при этом драйв брать по максимуму. Так, собственно, автоматизация уже есть. Нам нужно вот что. У нас с вами есть несколько кадров, которые нужно обыграть. Во-первых, мы прям можем запустить. Что мы видим? Мы видим небо, ветки, деревья. Можно провести ассоциативный ряд. А что там может быть такое? Ну, когда высота деревьев, у меня сразу ассоциируется, чтобы они покачивались, и ветер. Далее постепенно переходит в воду. То есть, и опять же, тут перенагружать не надо. То есть, надо, ну, так как релаксирующее видео, да, нужно зрителя прям ввести туда, чтобы он залип. То есть, вода, всплеск утки. Утки могут быть и на суше. Чайки. Чайки, полет. Резко переходим. Я не знаю, как эта птичка называется, но можно было бы... найти красную птицу просто. Красную птицу запишу. И она сидит на ветках. Человек видит, человек слышит. Просто без музыки сделать эффекты, то это будет одно, но уже будет более естественно. Но если сделать просто музыку, то, соответственно, будет, ну, как-то очень сыровато звучать. Далее. Интересный кадр, кстати, получился, да? Вроде дерево вот это вот, которое вы видите, это маленькая ель канадская, она... ну, такого вот, может быть, размера, не больше. И вот здесь кадр очень хороший. Я хочу заранее пчелку сделать. Вот она улетает. Снова ветер и снова чайки. Так, теперь go в интернет, все это искать. Абсолютно стандартным методом. Просто нужно найти звуковые эффекты вот эти. Порыскал в интернете, нашел некоторые SFX, я не все находил. Я бы хотел их сразу добавить в паки. Схожу в этот компьютер, вставляю адрес, где паки все находятся. Просто переношу сюда. Папка весит немного, там мегабайт 40, наверное, максимум. И чтобы постоянно не лазить, они у нас все здесь есть. Значит, к сожалению, вавок нету, есть вот MP3 одни. При этом мы сразу их разводим все на разные каналы, по большей части. Слушайтесь, он прям сразу другой. А потом я возьму ревер и прям на фон уведу, чтобы было эхо очень сильно. Изображение должно соответствовать звуку, и звук должен соответствовать изображению. Значит, взмах крыльев я взял летучей мыши.
Я не нашел взмах крыльев дрозда. И у нас замедленная съемка. Я предлагаю ее застречить немного. Более протяженной. Соответственно, это будет выглядеть сейчас так. Второй момент – это всплеск воды. Значит, это один и тот же сэмпл, но два разных камня. Значит, и смысл в чем? Вот. Первый. Во-первых, вот этот выглядит более реально. Но у второго брызги идут дольше. Поэтому что мы делаем? Мы их совместим сейчас. Мы выбираем смену кадра. Раз, два. Сменили. И вот второй. И тут есть Generic Smooth. Это чтобы, ну, так плавненько он вошел один и в другой. Что-то вроде CrossFight. Но я никогда не подумал, что утки так бы... И сейчас таким методом мы по всему проекту расставим SFX, чтобы все было на своих местах. После этого мы уже разведем их по каналам в микшере. И сейчас нам надо будет работать именно уже с плагинными эффектами. Прям начнем с самого первого кадра вот здесь. Здесь он очень сильно бьет в микрофон, и я вот ревербом хочу попробовать его немножко убрать на задний фон. Я буду пользоваться стандартным ревербом Fruity. Выделяем вот эту часть, берем реверб dry и wet тоже. Вот, смотрите, его надо завершить правильно еще получается. Прикольно. Тон пятый, надо чуть-чуть реверба тоже добавить. Вот, вот здесь. Смотрите, wind тоже где-то на фоне, да, по идее, но он есть, он присутствует. Так, галька, я просто хочу именно Вальхалу. И вот этот последний. То же самое хочу сделать с птичкой. С птичкой. То есть по большей части я вообще в этом видео, получается, работаю ревербом, да? Потому что такое релаксирующее видео. То есть мы ее автоматизируем, до конца доводим до пчелы сразу. Прям тот же самый эффект. Пчелой будет на 9 канале. Здесь есть кадр один. Вот он. Я хотел сделать треск деревьев здесь, но треска деревьев я не нашел. Ну, вы знаете, да, по лесу гуляете, когда поскрипывают стволы деревьев, тем более многолетних. Единственное, что мне пришло в голову, это найти кресло-качалка. И его надо вывести на какой-нибудь канал. Канал. Вот, кстати, можно вместе с пчелами. Девятый, да? Хорошо. Теперь запичуем. Сделать. Во. Уже ближе. Я думал эквалайзер сделать. EQ-шку просто сделаю. Срезаем low pass. Прям забустить надо. Давайте посмотрим, как это смотрится все вместе. И теперь самое замороченное. Берем, автоматизируем сразу ветер. Когда они вдвоем, эти два разных ветра, получается такое, типа, один по нарастающей, другой по убывающей. И тем, что мы dry резко задираем вверх и постепенно wet, получается такой... И этого прям достаточно. И вот здесь... Когда кадры уже начинают сходить потихонечку, надо постепенно снова прибавлять эхо, и все, шум ушел. В общем, на этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам это видео было интересно, даже может быть полезно, ставьте палец вверх.
Если вам вообще ничего не нравится, ставьте палец вниз. Я думаю, это справедливо. Подписывайтесь на мой канал. Я вам буду очень благодарен за поддержку. Тем самым вы меня мотивируете. Также вы можете подписаться на мой инстаграм, паблик ВКонтакте, который я недавно открыл. Буду рад вас там видеть. И сейчас я вам предлагаю насладиться видео. Вот в это время немножко помечтать и насладиться природой. До скорых встреч. Пока.